В этом обзоре лебедка Кабистан от австралийского бренда South Pacific, модель EC1000J. Сразу скажем, в линейке этого производителя есть много других моделей, в том числе автоматических, как горизонтальной, так и вертикальной установки. По всплывающей подсказке можете посмотреть наш обзорный ролик, чтобы узнать про них больше. Начнем, как обычно, с комплекта поставки. Здесь он довольно простой. Ножная кнопка палубной установки с защитной крышкой, с комплектом наклеек на английском языке. Размыкатель закрыт резиновым пыльником для защиты от воды. Обратите внимание, что размыкатель сильно точный и управляет лебедкой напрямую, без дополнительного соленоида. Автоматический предохранитель с комплектом клемм. Он нужен для защиты электромотора лебедки от критических нагрузок. Флажок предохранителя закрыт силиконовым колпачком, также для защиты от воды. Электрическая схема предельно проста. Для подключения этой лебедки нужен кабель калибра не ниже AWG6 или по-нашему не менее 4 мм в диаметре. Крепежная фурнитура из нержавеющей стали. Обратите внимание, что болты без шляпок. Вернее, это даже резьбовые штифты для установки лебедки. Сам кабистан, как видите, выполнен из нержавейки. Внутри корпуса находится электромотор мощностью 1100 Вт с прямозубым понижающим редуктором. Доступ к мотору закрыт лючком из нержавейки, он посажен на герметик, поэтому вскрывать ничего не будем. Корпус лебедки отлит из сплава алюминия. Обращу внимание эстетов на качество литья. Функционал, конечно, от этого не страдает, но лучше знать обо всем заранее, чтобы потом меньше удивляться. Лебедка может обеспечить скорость подъема 18 метров в минуту при работе с грузом до 72 кг. Максимальная кратковременная нагрузка для этой модели 450 кг. Работа в противоположную сторону обеспечивается простой сменой полярности, поэтому если вы планируете работать лебедкой в оба направления, то нужна будет еще одна кнопка-размыкатель и управляющее реле. Они продаются в нашем магазине по вполне доступной цене. А вот покупать и устанавливать кнопку дистанционного управления нет никакого смысла, потому как при работе с кабистаном руки всегда заняты. Стоит чуть ослабить натяжение каната на шпиле, и он начнет проскальзывать. Поэтому нет ничего удобнее ножной кнопки. Из данной таблицы можете ознакомиться с полной характеристикой лебедки. В левом столбце данные по 600 серии, она меньшей мощности, а справа по нашей 1000 модели. Лебедки серии J горизонтальной установки, как у нас, а серия A – это вертикальные кабистаны. Напомню, что в нашем интернет-магазине большой выбор кабистанов и автоматических лебедок. Ссылку на раздел найдете в описании к этому видеоролику. Спасибо за внимание к нашему каналу.